Все, эй. Ну что, друзья, начнем. Небольшая тема. Лесные беседы. Сегодня четверг, 9 мая. И тема наша звучит «Коллекционирование». Мое детство прошло на конец 80-х, начало 90-х годов. Бабушки, дедушки и родители жили в среднем достатке. И поскольку это было еще послевоенное время, бабушки и дедушки привыкли складировать вещи у себя в квартире. Это было не только у нас, это было в каждой первой семье. У всех моих одноклассников, у всех моих одногруппников, ой, извиняюсь, одногруппников по садику. В общем, это было просто у всех там, да. Например, в семье 4 человека, но вилок в семье 30. В семье 4 человека, но кастрюль в семье 20. В семье 4 человека, но носков в семье 50. Люди жили про запас. Это отголоски как раз послевоенного времени, а потом наступили голодные 90-е, когда и бабушки, и дедушки, и родители тоже пытались, ну как, знаете, вот нести все в дом. Да, это было у всех. Это было просто у всех. И вот однажды... Так, сейчас я слишком далеко зашел. Конечно, в те годы, когда я был мелкий, я особо ничего не коллекционировал. Несколько моих одноклассников коллекционировали марки, кто-то еще что-то, а я не коллекционировал по простой причине. У нас просто не было свободного места в доме. Да, где-то валялись газетки, где-то кастрюльки, где-то еще что-то. Ну, в общем, сами понимаете. Вот, ну, собирал я киндеры, еще какие-то игрушки, но назвать это полноценным коллекционированием я никак не могу. Ну, просто что-то было. Да, конечно, была мысль там заняться коллекционированием, что-то собирать. Ну, во-первых, и денег в семье особых не было, и расставлять это тоже я нигде не мог, действительно. Ну что, и однажды в 90-х годах, я познакомился с моим другом детства. Вот, знаете, мне на тот момент очень повезло, потому что этот паренек был из зажиточной семьи. Да, если все мои одноклассники и одногруппники по садику были, ну, наравне, то этот паренек уже в 90-х годах получил PlayStation первую, получил огромный телевизор в комнату. И у них был минимализм, дома минимализм, то есть как... Если у нас везде много шкафов, много белья, много посуд, всевозможных мелких вещей, да, то у них была квартира в стиле минимализм. И когда я там первый раз очутился, я подумал, а что, так можно, что ли? То есть до этого я видел такую картину только, наверное, в фильмах, в зарубежных фильмах, да, где порядок, где чистота, где нет ничего лишнего. И вот, приходя к нему в гости, конечно... Я удивлялся, что так действительно можно. У меня в голове настолько вот уже засело это чувство, что квартиры все должны быть захламлены, должно быть много вещей. Для меня это было уже нормально. Вот. А там было действительно, ну просто нет ничего лишнего. Огромная-огромная комната, небольшой шкаф для белья и посередине стойка для телевизора. И телевизор в полстены. Все. Все, действительно все. Вот, ну ладно, к товарищу из детства мы потом вернемся, это немножко другая тема. Я расскажу это в теме, как здорово было дружить с другом, с богатеньким другом. Вот, это действительно здорово, потому что многие игрушки из 90-х, на которые дети облизывались в магазине, я мог почувствовать. Ну, как почувствовать? На самом деле, играть мне в них не давали. Я просто приходил и в качестве зрителя в основном смотрел, как мой друг играет. Он ничего мне не давал играть. Ну, толком ничего. Вот. Ладно, это другая тема. Вернемся к коллекционированию. И вот сейчас, когда мы живем на две квартиры... Квартиры животных вы, конечно, видели. Там коллекционировать нечего, разве что птичек. Вот. В нашей основной квартире у нас, в принципе, вещей не так много. И, наконец-то, у меня появилась возможность там потихоньку начинать работать над стеллажом.
90-х. Я рассказывал это в ранних видео, что я собираю вещички из 90-х. Некоторые вещи вы мне подарили, некоторые я ищу на барахолках. Вот, за бесценок, конечно. Вот, ну и потихоньку складирую. Полочка у меня еще не готова, я когда-нибудь потом сделаю о ней сюжет. Но покажу, сейчас я вам покажу мои, блин, знаете, что показалось? Вот обман зрения. Видите, это пакет, либо сумка. А я иду, глазами смотрю, и мне кажется, как будто это маленький лошаденок, жеребенок на дереве висит. Это просто какое-то белье. Вот обман зрения, да? Ну вот, ребят, я сейчас покажу вам коллекцию именно киндеров из 90-х, которые я пытался собирать в те самые 90-е. Помните фигурки, литые фигурки? Сейчас, Бася, Марта, иди сюда. Литые фигурки, значит, эти были бегемотики, пингвины, динозаврики, акулы, львята и так далее. Вот у меня есть небольшие коллекции, я хотел бы в будущем найти все серии, но это не горит, это не срочно. В общем, в принципе, можно сказать, что только в свои фактически 36 лет я начал заниматься вот таким вот мини-коллекционированием. В общем, посмотрите на мою коллекцию. Я думаю, никто из вас, чье детство прошло в 80-е и 90-е годы, не останется равнодушным. Приятного просмотра. Ну вот, друзья, мои скромные коллекции киндеров. Это игрушки из 90-х. Давайте немножко по ним пройдемся. Вот такой вот стеллажик. Вот эти вот из акрила тоже были куплены. Ну, как это, подставочки, стойки назовем. Вот, чтобы так все красиво стояло. Но коллекции еще довольно-таки много. У меня здесь всего три коллекции. Это две популярные коллекции, которые выходили в нашей стране. Извиняюсь. Это динозавры-строители и акулы. Да, я думаю, вы их прекрасно помните. А вот пониже это тоже динозавры. Динозавры морские, динозавры домашние. Они, по-моему, выходили в нашей стране, но, скорее всего, или чуть раньше, или чуть позже. В общем, я их не застал. По факту я застал только вот эти. Вот. Плюс у меня еще были бегемоты, были крокодилы, были львята, еще кто-то были. Вот, я хочу в будущем их дополнить. То есть, чтобы вы понимали, здесь у меня ровно 4 полные коллекции. В каждой коллекции по 10 фигурок. Вот, в принципе, хорошее состояние. Я ими не играюсь, они просто стоят на этих стеллажах и радуют глаз. Вот так. Я надеюсь, что смог поднять вам этим настроение. Обязательно поделитесь, коллекционируете вы что-нибудь или нет, или вы считаете, что это бесполезная трата времени. И как я говорил, пока я жил в квартире, где довольно-таки много вещей, я о коллекционировании не думал. Здесь у нас, ну, если не минимализм, то, по крайней мере, мест для создания коллекции есть. В будущем я уже сказал, что хочу расширить эти коллекции. Также некоторые из друзей канала мне прислали и вещи из 90-х. Вот Анастасия прислала много динозавриков и из других коллекций. Но мне нужно расширять стеллаж. Видите, стойка у меня здесь очень-очень узкая. А ниже вообще лежат игрушки дочки. Вот, поэтому, ну, я же не могу это святое место трогать. Поэтому я подумаю, может быть, закажу какой-то отдельный стеллаж в будущем. Чисто вот под коллекцию 90-х. Там будут и киндеры, и приставки по типу Дэнди, Сега, и какие-то там йо-йо игрушечки, и все-все-все в таком роде. Вот. Ну, а пока вы увидели вот эту вот мою коллекцию. Все, спасибо вам большое за внимание. Пусть у вас все будет отлично. И еще раз прошу, пожалуйста, поделитесь вашими коллекциями. Не важно, что вы коллекционируете, я с радостью обо всем почитаю. Все, дорогие друзья, всех вам благ и удачи. Пусть все у вас будет хорошо.